Ассоциация руководителей ТСЖ и управляющих компаний будет содействовать в предоставлении качественных и доступных услуг по управлению многоквартирными домами, оказывать юридическую помощь, защиту и представлять интересы в суде. Разработают единый договор на коммунальные услуги, чтобы предприятия работали стабильно и без нарушений. Это повысит уровень обслуживания многоквартирных домов. Вопрос о создании такой ассоциации назрел давно. Всем известно, что во многих домах управляющие компании являются совсем небольшими, опыта у них мало, и поэтому мы будем надеяться, что ассоциация поможет таким небольшим организациям качественно и эффективно организовать свой процесс. 15 организаций выступили учредителями и сформировали систему управления. Избран председатель, исполнительный директор и утвержден устав. Это объединение, которое будет помогать своим членам делиться опытом, распространять вот передовой опыт, чтобы каждая отдельно управляющая компания действовала наиболее эффективным образом. Мы постараемся, чтобы были унифицированы и договора на управление, которые заключаются с отдельными жителями, чтобы в какой-то степени были унифицированы и, может быть, ну, насчет снижались, конечно, это громко сказано, но, по крайней мере, наиболее эффективным способом использовались тарифы, которые приходится платить, чтобы велась разъяснительная работа, чтобы снижалась задолженность по уплате, которая существует у многих управляющих компаний.